Ребята, всем привет, с вами канал Будда Гриш. Ну вот мы с вами видели уже в исполнении Киркорова и унижение, оскорбление десантников. И что только он уже не делал, и как только не дискредитировал себя за период пандемии. Я считаю, что, конечно, этого человека нужно лишать звания народного артиста. Это не мне решать, пусть это делают компетентные государственные органы. Но я считаю, что адекватный человек такого делать не будет. В данном случае, значит, Киркоров сыграл половой член и порассуждал о том, может ли быть Басков анусом. И, собственно говоря, сыграл увеличенную мужскую простату. Мне даже говорить, мне же рот помыть после этого. Но, значит, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, как говорится. Поэтому, пожалуйста, смотрите. Да по другой логике, я могу и стоящий член изображать. Этот вариант они рассматривают на следующую программу. Ну, сука! Успокойся ты, Филя. Ну, это формат передачи там такой. У них люди все время изображают орган. Я соглашусь играть простату, только если в этом же выпуске Басков будет играть анус, а Юрий Лоза аппендицит. И вы же Юрий Лоза аппендицит. Потому что он нахрен никому не нужен. Так, Филя, ну давай работать. То, что твой лимузин сам себя гепардовой кожей не обтянет. Увеличиваюсь я бесконтрольно, а дядя потом писать больно. Ты следи за собой, не болей, и меня помассируй скорей. Сука! Ну, как видите, конечно, как мне кажется, это недопустимые вещи. Да? В первую очередь потому, что это могут увидеть дети. И, как мне кажется, для взрослых это понятно, что, так сказать, на больных людей не обижаются. Но с моей точки зрения, когда мы говорим о морально-нравственном воспитании подрастающего поколения, мне кажется, вот именно с этого и с его подружки Бузовой и начинается, в общем-то говоря, то, о чем мы потом так долго рассуждаем. А именно падение любых морально-нравственных ценностей подрастающего поколения. Вот именно вот с таких вещей оно начинается и такими вещами продолжается. И пока вот это будет допустимо, и пока у нас министр культуры носит футболку с надписью начинающееся с буквы Х, я думаю, ничего хорошего не будет. Жду ваших комментариев, ребят. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Всем пока, до встречи.